Ефірі програми відзеркалення. Я Філіп Дикан, як завжди, щиро ради вітати всіх вас. Нещодавно у Харкові відбувся конкурс, який називається Молодь дебатує. Його фінал пройшов буквально от у суботу, 8 лютого, а і зібрав він школярів старших класів. Ну, в принципі, можна сказати, з усієї України, тому що більше трьох десятків міст брало участь в ньому. І про значущість, про важливість цього конкурсу можна як може як мінімум сказати те, що приїхали подивитись, як він проходить. Ну, представники, наприклад, генерального консульства республіки Польща у Харкові. Навіть генеральний конкенеральний консул Федеративної Республіки Німеччини у Донецьку з офісом в Дніпропетровську також був у Харкові. Ну і ще такі а, високопоставлені особи приїздили подивитись на. Те, як проходить на те, як молодь дебату, дебатує власне, сьогодні ми говоритимемо з Ольгою Пішель, керівницею проєкту Молодь дебатує та Надією Єрьоміною, яка дісталася півфіналу цього конкурсу і яка є ученицею харківської санаторної школи номер 13. А шановні пані Ольга і Надія, дуже радий вас вітати у нас в студії. Большое спасибо за приглашение. дійсно цікава. Цікавий такий момент, цікавий захід. Я відверто скажу, шкодую, що ну якось не виходить поки що потрапити, тому що я взагалі люблю бувати на ось таких конкурсах, заходах, коли коли ти чуєш розумних молодих людей. Це ну знаєте, це самого себе мені здається, якось так, надихає, можна сказати. Давай ось про конкурс молодь дебетує». Як він ну це німецький проект, так він сподачею німецько-український, да вже німецько-український. звичайно. но, в принципе, он из Германии, да. Угу. И э, мы это действительно называем не просто конкурсом, это для нас э, проект, потому что он продолжается уже в Украине 4 года. В 2016 угу. году мы начали. Начали мы с 4 областей и 8 школ в восточной части Украины. А сейчас уже участниками этого проекта являются 52 учебных заведения из 16 областей Украины. И действительно, вот если если смотреть географию, то это с Львов, Житомир, Хмельницкий и вот дальше до Константиновки, до Славянска, mm. до Краматорска, Херсон, Одесса, Бердянск, то есть и вот э, да, да, в общем-то уже большая часть Украины. И эм, да, этот проект из Германии. В Германии это движение, это инициатива и эм, этот проект существует уже почти 20 лет лет. И вот в этом году, только вот в учебном году, в нем берут участие 200 тысяч э, школьников старших классов. А его э, покровителем является сам президент Германии, mm -hmm. который тоже иногда приходит на финал, который тоже берет участие, который поздравляет э, молодых людей, победителей, финалистов и так далее. То есть это действительно а... просто, ну, умовно кажучи, а что, если на кшталт школьной олимпиады, даже не межа внутрідержавно, що що також є дуже поважним, звичайно, дуже важливым, але це, якщо сам президент приходит, ну чи як у да, нас вот да. такие такие люди, то это це... да. И поэтому нам показалось, это все было в 2016 году, когда после революции достоинства, после всех событий, которые произошли в Украине, нам показалось, что именно вот такого вот тоже масштабного проекта по развитию демократического мышления демократического воспитания критического мышления в украине еще не хватает и э, эту инициативу поддержала министерство иностранных дел германии э, которая является главным спонсором этого проекта и наша организация это э, называется она internationalis house зоненберг немножко сложно международный дом зоненберге э, это именно такая вот платформа, и действительно это дом, это институт вот такого вот демократического воспитания для э, молодежи, для взрослых и для семей даже. Угу. Вот. И поэтому это было как-то, в общем-то, естественно, но э, все не так просто, как говорится, потому что э, вначале нужно было получить... Э, получить разрешение от тех, которые вот ведут этот проект в Германии, а это очень серьезная организация, которую, я же говорю, поддерживает сам президент. И вначале говорилось о том, что до сих пор у них нет ни одной страны, которая адаптировала бы этот проект mm -hmm. на своем языке. То есть этот проект, он называется «Юген по немецки. Это внутренний немецкий проект, он в принципе, вообще бухость, Да, вначале мысли. был он внутреннемецкий, но он существует и как интернациональный проект. Но как интернациональный проект он существует вместе с Институтом Гёте и только там, где есть в школах немецкий язык uh -huh. и где ученики в состоянии дебатировать на немецком языке. Вот в таком виде он есть и в Аргентине и, по-моему, даже до Китая уже. Uh -huh. Но так, чтобы вот в одной стране в какой-то э, немецкая организация, это фонд Херти, сказали, что вот мы вам разрешаем пользоваться этой методикой такого не было до 2016 года и поэтому мы в Украине первые которые можем пользоваться mm -hmm. вот этими знаниями этим, этим методом этим инструментом Пане Ольга, а эти дебаты проводятся у нас выключно украинским языком, так? Да, да. Это только украинским языком, потому что если бы мы еще как-то пытались тут э, включить и немецкий, то тогда надо было бы концентрироваться только на школах, в которых происходит обучение немецкому языку. Mm -hmm. А таких школах таких школ не очень много. Не так много, дидактически. Да, 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 mm -hmm. да. Як є якісь, ну, а если финал? Если вот пани Надия, с которой мы сейчас будем разговаривать, звичайно, досталась до пи-финала, то есть какие-то туры, так? Як це да? Как это происходит? Да. С чего начинается, будем так сказать? Ну, вообще, начинается все еще не с турниров, а все начинается с обучения. Потому что мы идем вот именно по такой структурированной, четкой, разработанной методике с методическими указаниями, с, со всеми правилами и так далее. И вначале мы обучаем этой методике, учителей я так разумею я такая неекоось точно. точность абсолютно, да, да, да. да да абсолютно mm -hmm. правильно и как раз вот в этом наверное и смысл и э, в этом наверное и преимущество как бы этого метода это вот такая вот четкая структурность это э, четко прописанные правила э, правила точно также четко прописанный для жюри который потом будет mm -hmm говорить, кто как бы как выступил и так далее, поэтому это все именно очень четко разработано, и в этом и преимущество, потому что можно взять вот эти вот материалы, обучить сначала учителей, а мы их обучаем в двух двухдневных тренингах. А потом эти учителя с сентября, с начала учебного года начинают работать с, с группой вот своих учеников. И я же говорю, есть у нас методические указания и для учителей, есть и для учеников, то есть это как учебники mm -hmm. такие вот. И э, идет такая планомерная э, образовательная работа, где они обучаются этому методу, где они обучаются структуре и основным правилам. И только потом, это уже в ноябре, в декабре, проходят меж... Регіональні турніри, на яких вибираються потім учасники нашого конкурса, півфіналів і фіналу відповідно, да. так да, угу. да. що за правила такі? Я розумію, що не треба, не будемо ми всі переказувати тут, але трішечки ппривідкрити таку завісу, можна сказати, от що можна і чого не можна, скажімо. Ну, во-первых, нужно начать с того, что речь всегда идет о том, то есть каждая тема, она имеет две стороны, да, то есть есть аргументы, за которые так? за, угу. а есть аргументы, которые против. Дурач, тема специально кем из выбирается, чи чи Да, да. нет, нет. Тема выбирается нами заранее. Угу. Мы должны перед финалом, перед полуфиналом, перед турниром за месяц дать эту тему, потому что мы не хотим, чтобы пришли ученики, которые просто так ну, с потолка да, начинают придумывать или просто вот как бы думать, как это может быть. То есть одна очень значительная часть вот именно этого турнира и этого проекта это информационная подготовка. То есть ученики должны полностью владеть информацией по заданной теме. Они должны знать, какие аспекты есть в этой теме. То есть в каждой теме есть политические аспект социальный аспект экономический что я еще забыла социальный а? социальный, социальный ну вот и, да. Да, вот. и иногда это философский аспект может быть исторический и так далее в зависимости от того о какой теме мы говорим и вот это вот то, тот первый как бы цикл та первая часть которой обучаются старшеклассники они должны уметь, находить информацию, разбираться в информации, уметь работать с информацией. А это в наше время уже тоже один из очень больших вызовов, вы знаете, это That's тоже that. прекрасно, как журналист. Вот. И э, поэтому это значит вот первый такой главный вопрос. А дальше они должны уметь искать аргументы, формулировать аргументы и э, отвечать на аргументы противоположной стороны, то есть задавать вопросы они должны э, расспрашивать детали они должны показывать что они разбираются в теме и э, что их точка зрения то есть либо за либо против э, она как бы правильная вот при этом э, за и против э, никто не знает до турнира на какой стороне он будет выступать поэтому mm -hmm. готовиться надо и за и против Против, вот. И в этом, наверное, и суть того, что во время вот этой вот подготовки, вот вот критическое мышление, оно и воспитывается, потому что Зрозуміло, що ці вот, э, теми і ці проблеми не можна просто э, решить От так вот ми задаємо питання, от ми да, що вот так це правильно. Может быть, э, я так розумію, Надя... що я так розумію, що журі оцінює не тільки звичайно вміння працювати з інформацією, вміння діставати і аналізувати таке інше, а ще звичайно.

Тут абсолютно четкие критерии оценки. Mm -hmm. Если их выразить вот так вот коротко, то первое это оценка знаний и компетентности, второе это оценка умения вести беседу, то есть быть толерантным, mm -hmm. быть как бы ну знать по правилам, как обращаться с другой стороной, третье это уметь выразить четко свои мысли, то есть тут, наверное, и риторические качества и так далее, и четвертое это умение сделать выводы, умение быть э, переконливым. А сколько часу на выступ надоется? Всего дебаты продолжаются 24 минуты. У каждого выступающего у четырех из них есть сначала 2 минуты на вступительную речь, то есть это 8 минут уже. Потом у нас 12 минут вольная дискуссия, и в конце у каждого свое завершающее слово по одной минуте. И все это прописано абсолютно четко. У нас есть человек, который с колокольчиком следит за временем и потом звонит. І, Доволі а, дійсно жорстко. Да, так да. не можна розмогати. Ні, ні, це не так, як ми сьогодні так, беседуем, Ну, У нас это також именно... регламент 30 хвилин не да. більше. Ну я думаю, над... да, да, будь нам ласка, причин. до вас а, також приєднаємося, до, до вас. При приєднаємо правильніше сказати. Скажіть, будь ласка, а чому ви взагалі вирішили взяти участь у цьому проєкті? У нашій школі цей проєкт вже, мабуть, три роки точно є. Займається з нами Ольга Ігорівна, прийшла якось до нашого класу і запитала, хто хоче брати участь, і розписала взагалі всі нюанси, і мені стало дуже цікаво, і угу. багато людей з нашої школи беруть участь, але виступати, на жаль, всі не можуть. Але готуємось ми разом, обговорюємо ці питання. Так, тобто, у нас в школі проходять такі міні-дебати, вже ви вже класи. знаєте, в принципі, як це проводиться, так? Так. Угу. А взагалі ви любите е, дискутувати? Так, це така риса мого характеру. Ух. Якщо мені щось не подобається, я люблю поспів... дискутувати, співдискутувати, поспорити, посперечатися. Це таке. Мій плюс був слухайте, а скажіть, будь ласка, як ви доводите чи намагаєтесь довести свою точку зору? Тому що я розумію, що часто навіть у найтолерантнішої людини буває, коли ти, ти впевнений в правоті своєї точки зору. Ти знаєш, що це обґрунтовано там безліч якихось фактів, аргументів. А, а тобі просто не вірять, чи не не хочуть з тобою погоджуватися, і ти якось починаєш знаєте нервувати, переходити якісь там тишечки може межу. У Вас є таке? Таке, взагалі, бувало у нас ну коли ми ще не у фіналі, не у півфіналі між собою дискутували, таке буває. А вона зщать правильно взагалі поводитись зі uh -huh. своїм співрозмовником. І щоб такого не було, ми якраз розглядаємо дві точки зору: і про, і контра, за чи проти цього. Uh -huh. І коли це робиш, якраз розумієш, як там на початку думаєш, так, я був, був за це, але вивчаючи це питання, ти можеш змінити свою точку зору. Там багато критеріїв і. Треба бути компетентным у цьому питанні, mm -hmm. щоб не приходити на Я проти таки так, чи так. я за просто необґрунтовані якісь просто стрічки. тому, що подобається чомусь так. Да, і, все, і все таке. А ну ми так і не сказали теми, по-перше, двох півфіналів і фіналу. Ось яка тема вам дісталася? Тема на півфіналі була чи слід запровадити проект екологічно чистого місця в Україні на державному рівні. А у фіналі угу. чи слід надати місця у Верховній Раді неурядовим організаціям? У фіналі я вже не брала участь, але лише спостерігала, а в півфіналі дебютувала. Так, 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 так. Ще нам зробили такі символічні подарунки потім шопери. Якраз екологічне питання, і подарунки такі досить символічні були, що мені запам'яталося дуже. Угу. А вам дісталося за чи контра? Мені дісталося за. І ще є така структура. є... За один, про один, про два, контра один і контра два. А, тобто, що це значить? Ви працюєте у команді, угу. тобто дебатують чотири людини, і окрім того, що ти маєш відстояти свою точку зору, нам дають час перед дебатами обсудити, обговорити це між собою і угу. а, може щось нове ми впустили і щось нове дізнаєшся. І треба поважати надати час. Людині з твоєї команди угу. висловити свою точку зору, і це теж таке не перетягнути важке. на себе ковтру. Да. Також до речі, дуже да, важливо. Звичайно, да, звичайно. Конечно. А можете ви поділитися якими аргументами за залистувалися? Ось так взагалі бо треба було розробити, як це зробити. Навіть і... як? Ну нічого так. ви завдання ставите, <рес> да? Як це зробити, і, ну, як будь-яке питання, ми вирішували це комплексно. Економічний аспект, звідки брати гроші. Соціальний, як змінити взагалі думку людей стосовно цього, які інвесторів залучити і так далі. І найсильніший аргумент я не можу так сказати, всі були сильні. І тут же потім наступає. Сама роль контра позиції проти цього, які критикують і mm -hmm. питають щось, ти повинен уточнити, що ти саме мав на увазі в цьому чи в цьому плані. А ось цікавий, до речі, момент дозвольтесь спитати а, про от, завжди до речі, коли. А депутати часто чи чиновники щось пропонують? І в них питають: а, слухайте, люб'язні, а гроші де за що ми будемо? І от вони ну майже ніхто не відповідає конкретно. Де ви пропонували брати гроші? Дійсно на втілення цього проєкту? була ідея. Наша держава видає гроші на реформи в екології. Це відсоток ВВП там 0,2 відсотки. Але ці гроші витрачаються неефективно, і ми пропонували. Змінити цей механізм і витрачати ту саму суму, але більш логічно, більш ефективно. Угу. Як здорово слухайте. Добре, коли люди в такому віці починають розуміти, звідки брати гроші, Конечно. як да перенаправити yeah, їх, можна yeah, сказати. Yeah, yeah. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що, мабуть, журі вирішило все ж таки аргументи ваших супротивників якось сильніше, да? no, сильнішими. Там оцінюється не тільки там, хто був сильніший про чи контра, ми не доходимо до спільної думки. І оцінюють роботу всіх учасників. Нам mm -hmm. дають фідбек, і там ми знову ж таки учимося, вчимося. Нам дають, як, що змінити, коли ми кажемо, що у нас неправильно була в структурі, що їм сподобалось, що не сподобалось. І тут вже трошки стає зрозуміло, хто був сильніший в цих дебатах. Mm -hmm. І не на сам не не можна окремо виділити там, були сильніші контра чи про, тут же окремо як людина дотримувалася структури. Навіть ага. мені здається, ну це так, моє, як вони міміку, рухи і таку ораторську майстерність ага. оцінюють. я не знаюцы в критерияхмеча mm -hmm. yeah. так ну mm -hmm. да no, потому что здесь интересно именно то что с одной стороны это как бы и командная игра потому mm -hmm. что если вот два человека которые на 100 позиции например за находятся каждый будет как бы только выступать для себя и при этом ты топить как бы другого, да, то тоже э, это не будет для того, чтобы потом были хорошие дебаты. Mm -hmm. То есть поэтому нужно, мы даем это время, mm -hmm. чтобы они вместе разработали стратегию э, дебатов, э, чтобы они поделились, может быть, уже до этого, какие у них будут аргументы, потому что тогда это будет просто интереснее и для них, и для тех, кто сидит в зале. Потому что очень часто же бывает так, что наши э, дискуссии и дебаты все время возвращаются на одну и ту же вот такую вот спираль, вот уже поговорили, вроде бы, уже вроде бы поставили точку, и опять сторона контра начинает mm -hmm. ту же самую вести беседу, то есть вот эта вот тема, ну как же вы сказали, yeah. что денег нет, а э, особенно вот возле вот этой вот экономической, экономический аспект, это всегда такое вот, э, можно часами об этом говорить, да, mm -hmm. вот, поэтому мы за то, чтобы были разнообразные аргументы, мы поэтому говорим, что их должно быть, ну, как минимум минимум два, как бы у каждого, тогда это действительно будет интересные дебаты. Их не должно быть очень много, потому что тогда другая сторона не сможет просто реагировать адекватно. Mm -hmm. Вот. Чтобы не Но... завалить, можно сказать. Да. Mm -hmm. да, да. И, например, очень много пунктов получает тот, который вот действительно видит, что вот сейчас разговор, дебаты зашли в какой-то тупик, и он выводит это в новую перспективу, приводит новый аргумент или э, mm -hmm. умеет вот это вот так вот развернуть, чтобы потом сделать опять-таки живую такую энергичную mm -hmm. дискуссию. Да? Вот об этом идет речь. И эм, то, что вот Надя говорит, да, конечно, сила убеждения, то есть mm -hmm. это то, что именно и ораторское мастерство и так далее, это очень важно. Но для нас, э, опять-таки, очень важно, чтобы это было действительно толерантно, э, чтобы не было такого, чтобы прозвучало, что вот у вашей стороны э, плохие аргументы, вы плохо подготовились или вы вообще... Просто нічого не розуміють. Ну, тобто некоторі ще й принижаючи да, Так, да, да, які да, нас да, також не да, можемо бачити, да, на жаль, точно. навіть у Верховній Раді таке інше. Тоді, дозвольте питання, ви не дуже сподіваюся, розчаровані тим, що у фінал не пройшли? Ні, все одно це. Гарний досвід було цікаво. в мене з'явилося багато знайомих, бо з усієї України mm -hmm. діти ми більш-менш ровесники, ну там різниця у декілька років. Нові друзі, нові знайомства. Послухала фінал. Мені було цікаво ще нові аргументи. Я ж готувала дві теми. Mm -hmm. Мені було цікаво послухати аргументи інших людей, бо все ж таки інша людина, інша думка все одно присутнє. Було дуже цікаво, я не розчарована. Будете брати? Я бажання взяти участь е, наступну цього вже року? Звичайно. Так. <гум> Поки школу не завершу, буду брати участь, а потім, може, кудись і ще буду брати участь. Не знаю, як волонтер <гум> буду приходити. Ну, це дійсно здорово слухайте, Якщо б да. я був школярем, я б також би залюбки б просто попросився б. В у підсумках хто в фіналі опинився і хто взяв головний приз, так би мовити. Uh, в фіналі були спочатку чотири ученика uh -huh. із uh, Херсона, Запорожжя, uh, Запорожжя, Херсон. Ой, к сожалению, я. Это у меня blackout. из Львова да. была делать. Да, Львов, э, Львов и Тернополь. Угу. Львов, Тернополь, ну, Запорожье, не Херсон. Нет, Зажали. Харьков, к сожалению, не угу. потрапов. И не только в этом году, а, по-моему, даже и... В прошлом тоже нет. Вот uh, у нас всего лишь две школы просто из Харькова. Вот mm -hmm. и uh, дальше победил uh, Богдан Козлов из Запорожья, ученик uh, 11 класса, да, по-моему, mm -hmm. uh, который уже тоже третий год берет участие в этом проекте. И третий год он доходил до полуфинала, и вот у него еще пока что не получалось. Что значит на mm -hmm. да, да, и вот он как бы вырос в этом проекте на наших глазах. Это тоже очень 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 приятно было вот за ним наблюдать, как он развивался, как личность, как он учитывал действительно вот тот фидбэк, который мы ему давали, вот те вот советы, и он вообще стал просто за это время активным гражданином своего города и вообще своей страны. Он сейчас угу. член молодежной рады Украины, вот, то есть время от времени он ездит в Киев и так далее. То есть видно, что он разбирается тоже в темах, что он их как бы эм, прочувствовал. Он был на тяжелой позиции контра 2 то есть в принципе, ну, как бы последний с краю, да, который mm -hmm. только потом немножко еще чего-то где-то добавляет. Но, тем не менее, он э, сумел так переубедить и публику, и жюри, что у нас э, у всех, по-моему, не было как бы сомнений, mm -hmm. что именно он станет э, финалистом. А, а это тоже бывает не всегда так. У нас был, были, Разделяете например, такие думки, случаи, так? да, что э, у публики есть э, свой фаворит, а жюри, когда идет строго по вот этим вот критериям, которые у нас выбраны, mm -hmm. и где понятно за что, сколько пунктов мы даем, э, то получается такое несоответствие. Но в этот раз этого не было, поэтому мы тоже были очень рады mm -hmm. вот этой гармонии. И э, наши гости, э, конечно, тоже смогли убедиться в том, что это интересно, важно и нужно. Вот вы сказали, что э, переможец сегоречных... Э, Останніх, будемо так казати, на цей час дебатів, проекту цього вже в раді mm -hmm. молоді, так. А, тобто він ну, зрозуміло, що, мабуть, хлопець вже думає про те, як створити якусь кар'єру, де ці знання може він пристосувати. От що стосується Німеччини, mm -hmm. якщо це проводиться з 2001 року, mm -hmm. чи відомо із учасників цих дебатів у Німеччині, чи став хтось відомим політиком, може, чиновником? Да, вот, например, два года назад, когда я была на финале этого конкурса в Германии, то там присутствовал и выступал тоже вот перед, перед ребятами, бывший участник этого проекта, самый молодой мэр в Германии, 28-летний молодой угу. человек где-то в небольшом городе в Баварии, но тем не менее это уже значит вот мэр города угу. и, конечно, очень много и политиков прошли через эту школу и многие которые потом и изучают и историю и все что угодно, то есть у нас нету конкретно этих случаев, но, например, даже вот тренер наш эксперт из организации, которая нам помогает проводить тренинги для учителей, она тоже сама одна из ведущих специалистов в большой очень аудиторской компании в Германии. Она работает там несколько лет. Она там уже такой менеджер высокого уровня. Она тоже прошла через эту школу дебатов. То есть, в общем-то, все, которые принимали там участие, они очень многого добиваются. И даже если посмотреть вот на наших финалистов прошлых лет, вот э, два года назад, это был э, Максим Чеботарев из Днепра, вот он сейчас тоже студент в Институте прокуратуры в Харькове, и тоже это и стипендиат э, 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 фонда Аденаура в некоторых программах. Он участвует тоже в каких-то молодежных организациях. То есть, они, как правило, очень Такі активні і ідуть далі, от як би этим я, путем. я власне до чого це питаю? Мені дуже хочеться. Я просто вірю в те, що ось цей проект молодь дебату і, і подібні, допомагають все ж таки завдяки ось таким, таким прекрасним людям змінювати. Ну я скажу систему. Змінювати yeah. клімат, політичний клімат, uh -huh. соціальний клімат в якусь кращу, в якийсь кращий бік, так робити так, щоб політики, чиновники, взагалі люди розуміли, що ну не треба вести себе так, як у нас часто говорять uh -huh. там Верховній, наприклад, раді, що треба бути толерантнішим, там чеснішим, таке інше, таке інше. Ну я, uh -huh. я розумію, що це мабуть може просто слова, якісь. а які комусь могут здатися такими, знаете, абстрактными, но действительно это все ж таки, такими, есть mm -hmm. таким маленьким, маленьким кроком для, Нет, для это, это, в любом случае, это процесс, это процесс изменений, который, который уже идет, mm -hmm. и которому мы, может быть, тоже можем э, помочь, потому что вот такой, такие вот молодые люди, как Надя и так далее, то есть если им кто-то теперь будет что-то говорить, то они ожидают аргументов. им э, все равно, это взрослые или это э, люди их возраста. И то есть сами прежде всего, конечно, и довести зрения. Да, да, и понять, почему именно эта точка зрения действительно, є, ну, может, лучше, не, не совсем правильное слово, Але будемо так казати, і більше того, сприйняти аргументи суперника mm -hmm. чи співбесідника. Yeah. Я дуже дякую за участь в ефірі. Нагадаю, що ми говорили про чудовий німецько-український проект, який називається Молодь дебату, який буквально нещодавно завершився у Харкові. А з керівницею цього проекту Ольгою Пішель і учасницею півфіналу, учениці Харківської санаторної школи номер 13 Надією Діреміною. Дякую, що дивились нас. Бережіть себе і всього найкращого. До побачення.